Скажите, а вы смотрите телевизор? Да. Вот в вашей жизни телевидение в какое место занимает? Ну как занимает? Когда хорошая программа, нормальная, видностные вести смотрят, 360 или видная. А так политика уже задолбала. Никуда не ходим сейчас. Пенсия, болеем, поэтому остается только телевизор. Первое место телевидение занимает. Все новости узнаем по телевизору. Главнейшее из искусств для нас является кино. Что делать сейчас зимой-то? Значит, приехал, только телевизор смотреть. Очень редко. Почему? Как-то времени особо нет. Как-то не особо охота. Отдохнуть больше вечером охота. Первую программу, последнее известие больше всего. Но фильмы не очень так. Люблю такие познавательные, умные передачи. Люблю канал «Спас», люблю канал «Союз», потому что они действительно ведут нас к чистоте. Я смотрю новости, российский канал. Все показывают, все смотрим. Что показывают, что хорошее, все смотрим. Ага. Скажите, а наш телеканал смотрите, видно, ТВ? А как же? У меня мама 99 лет, она вот наш канал очень любит. Но он у нас сейчас сломался, вот не показывает. Вся беда у нас, она переживает. Там освещается все в этом канале. Ну, желаю вам также процветать. Вообще, здесь в гостях пребываю, у сына. Поэтому, может, не совсем в курсе, вот что, как говорится, местное смотреть. Хорошо, я посмотрю обязательно, поинтересуюсь обязательно. Мы старенькие, ходим на скандинавской ходьбе, ходим в хор, ходим на тренажерные залы, ходим на танцы. И они освещают все наши, мы везде на этих самых, на видео и везде. Сами себя видите? Сами себя видим, да. Вы знаете, на самом деле все замечательно. По крайней мере, все новости, что происходит в городе, вы озвучиваете. Показывайте как раз нас, обычных видновчан. Это здорово. Телеканал «Видное» смотрим. Сегодня утром смотрел.